Сейчас, что там, Александр, что получилось, что приезжает? Где я только приехал? Ну, вот до этого. Че до этого? Александр Владимирович. Че? Мне вас посадили как хорошего адвоката. Ну? Вы мне можете конкретно сказать, мне свои 100 слов или нет? Я не могу, я тебе сразу говорил, что я тебе не могу это обещать. Ну, Александр Владимирович, понимаете? Александр Владимирович, ну вы хотя бы с кем-то разговаривали? Разговаривал. Тебе только это знать не надо. Да мне не... Александр Владимирович, вы мне скажите, будет поддержка, нет, мне переживает. Че я туда сейчас пойду, как остолоб буду стоять? А я тебе сказал, что с ним, то есть, бесполезно разговаривать, это только хуже. Просто... И все. Какая поддержка? Прокурор, да. Прокурор пьет, зам в командировке. С кем разговаривать? Александр Владимирович. Вот я тебе объяснил, я приезжал сюда, все переговорили. То есть, прокурор, да, сказал там, то есть, ну, по этим, по всем обстоятельствам, что... Приедешь, конкретно будем разговаривать. И ушел в запой. Ну мне что делать? Александр Владимирович, мне деньги при себе, что мне потом делать? Пью? Деньги при себе, что мне потом делать? Я у друга-то заел что-то. Куда мне их шельдеть? Я не знаю. Хочешь, вон иди положи в бургатер. Вон бардачок. Вы точно с кем-то разговаривали? Ты что, меня пишешь, что ли, я не пойму. Да какой, у меня сейчас суд идти, Александр Владимирович, что, угораете, серьезно? Вот. А что, я угораю, что ли, над тобой? Я что, тебе придумываю, что ли, что-то? Нет, ну что? Просто я иду туда вообще просто, у меня никакой уверенности нет в себе, вообще просто, я сейчас там смотрю. А ты думал, что это все тебе там решает за это? Я тебе сказал, у тебя есть 2 ляма, есть у тебя такие деньги? Я поеду в область, тебе вопрос это решу на 100%. Ты сказал, у меня таких денег нет, все. Поэтому мы решаем, что можем, чем, исходя из того, что есть. Нет, нет, нифига себе. See them.